Мора. Психика человека является продуктом деятельности головного мозга. Россия! 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 Вперед! Россия! Который преобразует объективную реальность в картинку, обладающую информационным содержанием. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Меня зовут Алексей. Меня зовут Анатолий Семенович. Пушкин Сергей Юрьевич. Меня звать Марина. Родился 10 ноября 1979 года. Зарабатывал деньги. Летал, плавал, зимовал. Мозг логарифмирует воспринимаемый участок действительности, прежде чем превратить его в некую информационную кальку или матрицу. Убить можешь? Ну что я скажу, ребят? Мои параметры 90-60-90. Приехал из Брянска на работу, блядь. Сейчас вам, блядь, бомжую тут. Родилась я в Сибири, жила в Челябинске, теперь живу в Москве. Ну больше мне о себе сказать нечего. Война был. Это взрыв, это всех разорвало на бочки. Ты не знаешь, это мои друзья. 90, никого не отдал. Мне кажется, по-моему, происходит что-то. Какой-то идеи раз. Сейчас нету никакой. Нет, идеи нет. По-моему, что-то должно произойти. Я знаю, и вы знаете. Жизнь давно. Имена Бжезинского, имена первые, имена вторые. Документов нету. Поясавшие Кремль, и Россию, и Москву. Документов нету. И пролетариат, по-моему, документов нету. Документов нету. Документов нету. Скоро мозг — это не артхаус.